Вас приветствует рок-группа «Побег молодого бамбука». Вот. И поздравляю... И поздравляю всю музыкальную общественность и лично Вячеслава Бутусова с праздником, который сегодня у нас здесь есть. Плакайте. Максим, девочка. Первую композицию. Там небольшая техническая неполадочка. Давайте еще раз поддержим группу «Побег молодого бамбука». Давайте поддержим. Давай, Максим.
Thank you.
ты не любила, ты сама виновата, ты себя вспомнила. Подруга, подруга, друга, подруга, подруга, друга, подруга, подруга, друга, подруга, подруга, друга. Ты сгоришь вместе с хатой, и тебя не станет. Что же будет со мной, что со мной останет? Твоего друга нет, и хоть это и не ново, но я сейчас тебя спасу. Простите, можно монитором барабанщика?
гитары меньше. Включите хор. Плохо слышно, нету. Вот. Мы сделали кавер на песню «Тутанхамон». Но она получилась такая. Это вольная фантазия, конечно. Валь, тебя слышно? Много. И если ты ходишь по грязи, ты не можешь не выпачкать ног. Но береги свой кошелек, если ты пьешь с ворами. Знал я у них одну женщину, она выходила в окно. Был замах норы, она выходила в окно. И разбивалась там насмерть, но это не все ли равно. Это сказал фараон. Он был очень умен, и за это его называли Тутанхамон. Ты не пила, ты не страна, ты не красива. Ты
Я протестую! Я не хочу с тобой дружить!